За выброс мусора в неположенных местах законодательством Грузии предусмотрен штраф. Но несмотря на всеобщие призывы соблюдать чистоту, проблемы загрязнения в нашем муниципалитете остаются актуальной. Как бороться с проблемами экологии? И кто несет за это ответственность? И какова ситуация, мы узнали от жителей Ненасмисского муниципалитета. Kevätusteen nuorasteet, kevätusteet, perinkä arantarakannet. Meshakovat sillä vuonna uudet patakanteet, teräsillä tonen kirtan. Te se, että kom shatkaa kavurtin arantaa, antaa ne lyhys. Shadlav vijakube, shadlav bakure. Hibi el chelles, ne ishkoraidi jashik nere terelid. Voch arot nere kirtot vi, voch el pohus nere. Shadlav e. Ahvadar mekin anire gyugero vandirs, hava kenge shat, shat hajeli e. Միգվա մեր քաղաքը նինոց մինդան առաջվա նման չէ, շատ հաջելի է, շատ լավ է, մաքուր, բուրգուրական։ Իմ ամենամարդ իրան ընտանիքին պատկերն ու իրան ընտանիքին մաքրությունը կցուցաբերի, եթե ինքը ես տեսնեմ, ես տեսնեմ նինոց մինդան շատ շատերը ավտոներով սիրուն, բուրգուրական բերեն քեցենգա աղբարգա, եւ դա շատ սիրելի ու լավ է։ По словам начальника коммунальной службы Ненасмисского муниципалитета Мельсом Нацаканяна, с каждым годом ситуация улучшается. На данный момент очень мало мусорных урн и в городе, и в селах. На следующий год также планируется увеличить количество урн как в городе, так и в селах, говорит начальник коммунальной службы Мельсом Нацаканян. Ամեն գեդիապին բանին սատղա գյուղի այդ փոքր գեդիապին երկու կոմանից մինչև միանալը մեծ գեդին սվալքա էր։ Նույնը շրջանի մեր այ ագրիչայ կոչվող ջուրը երկու կողմը լիքն էր, այնքան էին լցել, որ ներքևի կամուրջը արդեն փակվել էր։ Штат макрецинг. Какие у Грузии обязательства по соглашению ТСФТ в сфере экологии? Мы поговорили с экспертом-председателем организации «Зеленая альтернатива» с Мананой Кочладзе. Ассоциированное соглашение с Евросоюзом требует от Грузии, чтобы мы сделали довольно большую реформу для защиты окружающей среды. Это подразумевает и защиту биоразнообразия, но также подразумевает принятие мер для искоренения загрязнения в воздухе, в воде, загрязнения земель. То есть свалки они должны быть уже приведены очень скоро в соответствии с европейскими стандартами, и исходящее от них загрязнение не должно загрязнять ни воздух, ни воду, что очень довольно большая проблема для жителей и городов, и сел, около которых эти свалки расположены.